ответили на претензию. Что делать дальше? В этом коротком видео рассмотрим такой случай, когда вы написали претензию на возврат денег, ремонт или там замену, возврат денег. И вам, соответственно, что-то ответил магазин. А что, собственно, делать дальше? Писать вторую претензию, писать ответ на претензию. Вообще, что делать-то, что делать? Запоминаем. Претензия – это одностороннее предъявление требования что-то там, чтобы магазин сделал, в бумажной форме. Вот тут можно предъявить требования. Бумажной формой предъявления является претензия. Все. Может ли на предъявление требования быть ответ? Не может. И игнорирование не может. Не может ничего быть, кроме того, как вам вернули деньги или выполнили ваше требование. То есть вам его либо выполняют требования, либо нет. Никакие ответы на него не предусмотрены. Ну а как же быть-то? Подождите, что это за теория? Может, не может? Мне вот... Я написал претензию, хочу деньги вернуть. Мне магазин пишет, надо сначала в сервис сдать. И мне что делать-то? Сдавать, не сдавать или отвечать еще претензии? Ответьте, вот это мне расскажите. Объясняю. Независимо от того, что вам ответил магазин, если он вам, например, не возвращает деньги, то проходит 10 дней и с 10 дня начинает набираться неустойка. Подождите. Если магазин, значит, говорит, что да, мы вернем вам деньги, но надо отдать сервисный центр. Это что значит? Что все равно набирается неустойка? Да, я вам только что это сказал. То значит, с 10 дня набирается неустойка. Даже если магазин просит чего-то там еще, чего-то ему надо. Вас это не касается. Окей, а если магазин пишет, а мы отказываемся вам вернуть деньги, потому что ваш товар такой-то и так далее, и так далее, и так далее. Если отказ от претензии, это что значит? Что с 10 дня идет неустойка? Да, это значит, что с 10 дня все равно идет неустойка в размере 1%. А если магазин просит уточнить какие-то данные, еще что-то делать, то я ему отвечаю, и вот когда он уже согласится, тогда пойдет неустойка с 10 дня. Правильно? Нет, с 10 дня пойдет неустойка, считая с даты, когда вы им отдали претензию. Никаких форм переписок в претензии туда-сюда вообще не существует. Вы в теории можете написать вторую претензию, но делать так не надо. Претензия – это одностороннее предъявление требования о возврате денег. Понятно? Вот если бы мы изначально бы понимали, как все устроено, знали бы определение, то и вопросов бы не было. И остается вопрос. Так а что делать-то, если магазин мне ответил на претензию «предоставьте товар в сервисный центр для экспертизы»? Мне делать-то что? Мне отдавать или нет? Или писать, что мне делать? Правильный ответ такой. Вы решаете вопрос с магазином, общаетесь, приходите, звоните, предлагаете свои варианты, идете у них на поводу, не идете у них на поводу. Но это не отменяет тот факт, что претензия уже написана. И вот с момента, когда ее написали, мы считаем 10 дней, и идет неустойка. Люди говорят, подождите, я все равно не понял все равно. Вот, например, мне сказали, товар в сервисный центр отдать. Я его подумал, ну да, наверное, отдам, потому что вдруг нет поломки, пускай все подтвердят. Я уверен, что я прав, например, наоборот. Вот хочу, чтобы подтвердили. Я написал претензию 1 января. Мне на 7 января пришел ответ, отдайте в сервисный центр. Я 9 отнес, и экспертиза проходит 2 недели. Мне говорят, что товар вернем там, или починим еще за 2 недели. Вот там получается где-то в конец уже января. С какого дня-то мне считать, что неустойку? С 10 января, 1 января, подали претензию с 10 неустойка. И то, что магазин будет проводить экспертизу, считать, не считать, чинить, не чинить, вам потом позволят пойти в суд и взять с них деньги в размере 1% за каждый день, пока они там возюкались со своими экспертизами. Я, надеюсь, понятно донес ответ на ваш вопрос. На ваш вопрос. Что делать, если ответили на претензию? Забирать деньги, а во всех остальных случаях действовать по схеме, равнозначной игнорированию или отказу по претензии. То есть напоминать про жалобу Роспотребнадзора, напоминать про неустойку, идти в суд или и забирать деньги. Только так. Никаких ответов на претензию не может быть. Он может быть только, вот знаете, в бытовом понимании, так сказать, по-простому, по-простонародному. В реальности на ваше предъявление требования не может быть ответа. Еще раз, на предъявление. Какой может быть ответ на предъявление? Вы понимаете, о чем речь? Напоминаю, что в законе о защите прав потребителей слово «претензия» не используется ни одного раза. А значит, это лишь такой уже больше документооборотный термин вот реального расклада дел. Все. Повторил все многократно. Надеюсь, когда вот так разбираешь, прям вот до невозможности по-понятному, всем становится понятно. Если да, то можно поддержать мой канал по номеру карты в описании, мои все эти начинания. Потому что наши видео, как вы уже заметили, все больше начинают
переходите в режим «Объясняю, как будто в детском саду». То есть вот надо именно 50 раз одно и то же повторить, чтобы люди все поняли. Вы спрашиваете, так ну, объясняй нормально, зачем вот так объяснять? Да потому что, несмотря на все мои видео, люди продолжают одно и то же спрашивать в комментариях. А я им отвечаю, а они снова это спрашивают. У нас скоро все превратится в то, что мы будем доказывать, что рука – это рука, а желтый цвет, он на самом деле не зеленый. И крокодил не является слоном. Но если надо, буду ей это доказывать, потому что я хочу, чтобы вы поняли ваши права. И мы будем вас спускаться до самых аксиом, до вот самых первых терминов, до прямо мега-примитива, чтобы все поняли. Надеюсь, понятно на все ответил в этот раз. Если да, то еще разок можно поддержать меня по номеру карты в описании. Собственно, у меня такой тип личности, что я не обижаюсь, если меня даже вот до такого, знаете, примитива продолжают спрашивать. Я все равно буду спокойно вам рассказывать и рассказывать, и рассказывать. И реально могу рассказывать вот до самых прямо азов, до алфавита в итоге опуститься и рассказывать, что слово «молоко» состоит из 6 букв, начиная с согласной, и поэтому оно означает белую жидкость, которая является и так далее. То есть я могу даже так объяснить, лишь бы вы поняли. Мне не сложно. Для меня действует базовый принцип, что не существует тупых вопросов. Если вы спрашиваете примитивные вещи, как мне кажется, это я их просто плохо объяснил. Поэтому я просто объяснять пытаюсь их подробнее, по много раз повторять, как сейчас только что и сделал. Номер карты в описании для поддержки моего канала микроскопическим донатом 30, 50, 70 рублей. И я буду вам за это благодарен и поставлю лайк вашему комментарию. Ого, вот это награда. Все, увидимся в следующих видео.